Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Китае с 4 по 20 февраля, покажут казахстанские телеканалы, сообщает пресс-служба Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. Телерадиокорпорация «Казахстан» и агентство «Хабар» стали обладателем прав на трансляцию 24-х зимних Олимпийских игр. И теперь казахстанцы смогут следить за выступлениями отечественных спортсменов на телеканалах «Казахстан», «Казспорт», «Хабар» и «Ел-Арна». Напомним, на Олимпиаде Казахстан будут представлять 34 спортсмена. Они выступят в 8 видах спорта – биатлоне, лыжных гонках, фристайле, могул-акробатика, шорт-треке, конькобежном и горнолыжном спорте, в прыжках на лыжах с трамплина, в лыжном двоеборье. Помимо телевизионной трансляции, болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов «Казахстан», «Казспорт» и в мобильных приложениях.